Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Амес. Амес выпускается в виде капсул по 20-40 мг. В коробке 10 или 30 капсул. Действующим веществом Амеза является омепразол. Он относится к комбинированным препаратам, предназначенным для того, чтобы лечить пептическую язву и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Обладает противорвотным свойством, эффективен при тошноте, при лечении язвенной болезни 12-перстной кишки и желудка. Ускоряет опорожнение кишечника. Также он эффективен при стрессовой язве, панкреатите, системном мастоцитозе. Капсулы применяют перорально целиком, не разжевывая и не разламывая. При рефлюкс-эзофагите, пептической язве гастральной или дуоденальной локализации применяют дозе 20 мг в сутки до утреннего приема пищи. Курс лечения 14 дней. В случае недостаточного терапевтического эффекта на протяжении 2 недель приема, терапию применяют еще в течение 14 дней. Обычная пептическая язва 12-перстной кишки при лечении амезом зарубцовывается через 4 недели. Гастральная язва или эрозивный рефлюкс эзофагит излечивается через 8 недель. Амез противопоказан для назначения беременным женщинам, а также при грудном вскармливании. Противопоказаниями являются аллергические реакции на омепразол или другие компоненты амеза. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.